Всем приветик! Сегодня мы будем с вами делать обзор на такую новиночку. Это палетка теней от I Love Revolution Cinderella. Их в серии всего 4 палетки. Это вот такая вот. Потом The Beauty the Best, The Princess and Frog и Ariel. Такая вот она сделана в стиле книжечки. И очень детализировано тут у нас тыковки нарисованы. Книжка выполнена в таком интересном виде. Как будто она 3D, как будто она из кожи. Золотой орнамент. Такая вот Disney Cinderella. Just Before Midnight. Кто там, что написано? USA. Notebooks. Сделано в Китае. Так, давайте откроем мы с вами. И на руке посмотрим пигментацию оттенков. Открываем. Господи, какие они нежненькие. И у каждого есть свое название. Я так понимаю, вот эти названия песен. Так, сейчас мы с вами все посмотрим. Значит, так у нас нежный оттенок. A Dream is a Wish. Бими. Так, чуть приближается. Бибиди. Вот такой красивый. Волтс. Обиди. Happily Ever After. И Бу. Такие красивые оттенки. Мы с вами обязательно их посмотрим, проверим их пигментацию. Давайте на вот эти глянем. Daydream. Вот такой прекрасный оттенок. Вот такой вот. Шиммером. Такой зелененький немножко шиммером. Тыквенный. Значит, это у нас, он тот оттенок был у нас сбоку газ. Мышонок газ, люцифер черный, тыква, Бруно, это песик Золушки, отсвечивает, крестная фея вот такой, кстати, цвет ее, этот как одежда ее, Леди Термейн, Анастасия, Дризер, кстати, Дризер очень красивый оттенок, Глаз Слипер, Тенни, надо будет посмотреть, Миднайт, такой красивый прям. Такой. Такой оттенок с шиммером. Вот такие все красивые на камере прям. Синдерс, Найт, Гейл, Принц Чарминг, белый. Красота. Сейчас мы с вами их откроем. Давайте откроем сначала вот эту. Так, как она там у нас? Аккуратно. Вау. Как будто на лайф телефон открываешь. Пленочка такая. Аккуратненько. Так, интересно, чем они пахнут, вот такие оттенки. Ну-ка, сейчас я понюхаю. Кстати, довольно очень приятно пахнут тыквой. Прям сок тыквенный. Так. Давайте начнем. Буду наносить вот на эту руку. Начнем вот с этого. Сейчас покажу. Happily Ever After. Вот точно такой достаточно нежненький. Подойдет повседневный макияж. Следующий у нас будет вот этот вот Waltz. Он гораздо темнее, но также очень красиво смотрится. Так, дальше я хочу нанести вот этот вот просто какой-то супер нежный розовый цвет. Так. Надо еще думаю немножко взять. Стараюсь понемножку. Такой
нежненький-нежненький, такой прям нежненький цвет. Так, следующий мы возьмем под названием BBD. Он такой прям прикольный. Так, дальше. Бобиди сейчас возьмем. Вау! Такой прям капитальный. Так, следующий мы возьмем. Последний оттенок из этой части. Ничего себе. Прям вообще. Такие вот оттеночки у нас. 6 штучек. Так, давайте откроем следующую палеточку. Вот эту вот. Так, аккуратненько. Кстати, пока мне не нравится пигментация. Очень даже хорошая. Так, ну давайте начнем сразу с того верхнего, Daydream. О, сразу видно, какой он яркий. Ух ты. Кстати, хорошая такая пигментация, я бы сказала, очень даже капитальная. Так, следующий. Давайте возьмем с шиммером. Прямо они два смотрятся вместе, очень красиво. Что-то захотелось посмотреть сам мультик. Наверное, сейчас доделаю видео и пойду смотреть. Ой, какая красота прям вообще. Так, следующий цвет у нас будет Bruno. Очень хорошей пигментации, по крайней мере. Так, и самый мой, я думаю, любимый будет эта тыковка. О, какой он прям пигментированный. Классный прям цвет. Так, следующий. Сейчас мы нанесем черненький. Я думаю, надо будет немножко. Сейчас возьмем все. Я взяла пока немножко, но все равно как бы хорошо так пигментирован. Так, следующий, тоже, я думаю, будет любимый, это вот Крестная фея. Классный прям. Так, следующий сейчас будет у нас Леди Тримейн. Сейчас я уберу с пальцев. Так вот. Что-то плохая пигментация у него. А, не, нормально. Побольше надо брать. О, какой. Так, Анастасия. Сейчас мы протрем палец, чтобы не путать оттенки. Кстати, очень даже красивый оттенок. Так, Дризела. О, какой. Вон он сверху. Так, дальше. О, прям вообще классно. Вот они вдвоем очень круто смотрятся, клево. Так, дальше у нас какой идет Midnight. Ой, я думаю, он прям сильно пигментированный. Да. Прям капитально. Это смотрится клево. Так. Такой вот сейчас мы побольше наберем. Такой кремовый. Ну, почти не видно. Будем отблескивать немножечко.
матовый. Вот так мы вот сейчас возьмем. Кстати, пигментирован. Я немножко взяла. Так, мне надо для белого чистые руки. Чистый пальчик. Фокусь. У нас принц чарминг. Прям шоколос. Прям идеальный цвет. Так, ну и последний. У нас два цвета у нас осталось. Вот эти вот. Последний Nachtigall. Никак мне не запечатается. О, самый шикарный. Подблескивает. Вообще классный. Вот такая вот вся палетка. Очень красивые цвета. Если вам понравится это видео, я, может быть, куплю еще следующую палетку. То есть, там, например, не знаю, касается чудовища, например, с принцессой или игрушкой, и поснимаю вам. А также могу купить еще хайлайтеры поснимать. Так что всем до новых встреч, всем пока!